Погодите-ка, а это что такое? Вау, нифига себе, это же зомби-гигант! О, круто, ну что ты сюда пришел, а ну-ка, что смотришь, проваливай отсюда! Да-да-да, чувак, именно ты, давай, вали отсюда! Мне кажется, я не смогу одолеть такого гиганта моим маленьким мечом. Давайте скрафтим алмазный. Так, окей, значит, берем два алмазика и палочку. Ну вот это уже другое дело. Ну что, здорово, я вернулся. И что ты тут делаешь? Проваливай отсюда, это моя территория. Ты такой смешной. Понятно. Ну, ты сам напросился. Чего? А почему его не берет мой меч? Эй! О, я сейчас тебя съем! Да что за фигня? Короче, к черту этого зомби-гиганта. Вау! Не ожидал увидеть здесь данж. Ребят, у меня никогда не было такого меча. Теперь я точно думаю, что смогу победить того зомби-гиганта. Интересненько. Вау. Так, перчаточки. Неплохо, неплохо, экипируемся. Огниво! Отправимся в ад. Серьезно? Зелье невидимости? Вау, реально работает! О, здравствуйте! Приветствую, я ученый и я провожу эксперимент. Интересно. Хорошо, я понял вас. Ну а сейчас твои подписчики должны выбрать, красная или синяя таблетка. Пусть напишут в комментариях. А это точно не опасно? Абсолютно безопасно. Окей, я выбираю красную. Вау! Интересные вещи у вас тут происходят. Ребятушки, ТНТ. Серьезно? Бесплатно? Окей. О, здрасте! Добро пожаловать в ТНТ мир! Здесь ты можешь творить просто все, что захочешь. Все, что тебе в голову взбредет. Хорошо, спасибо, я тебя понял. Ух ты! Ничего себе! Я никогда не видел такого огромного ТНТ. Офигеть! Воу! Ху-ху. Да ладно, сколько вас там? Еще один ТНТ. Да ладно, ребятки, я смогу устроить просто нереальный взрыв. Фу. Последний. Ну что же, друзья, давайте протестируем наши новые динамиты. Активируем фиолетовый и... О, начинаю телепортироваться. Очень необычная фигня, но ладно. Так, значит, активируем лавовый ТНТ и... Что же у нас получается? Воу, воу, он разгорается! Нет! Так, самый, казалось бы, обычный зелененький ТНТ. Да не тут-то было. Активируем его и что же нас ждет, господи боже? Воу, серьезно? Он взорвал меня! Здравствуйте! Так, ну что, посмотрим, что у нас там. Ух ты, что это у нас? ТНТ, неплохо. Знаете что? Теперь мне не страшны гриферы, потому что я сам стал грифером. Кирка? Ну, кстати, ребята, неплохо. В принципе, можно будет сходить в шахту. Меч из рога единорога.
Ну что же, отправляемся в ад. Воу, интересненько. Ух ты! Лук со стрелами? Неплохо. Кирка, да буду весь кварц в аду. Вау! Идите сюда, ребятки, это же динамит. А, тут было открыто. Ну ладно. Ну что же, подходите по одному. О, нет, только не Блейзы, нет! Жарковато что-то стало в аду. Ну что, поехали? Только попал в ад и уже нашел кварц. Неплохо. Ну что ж, ребятушки, пойдем добудем первое дерево. Ух ты, ребятки, вот мы и добыли первое дерево, давайте сразу же скрафтим верстак. Так, значит, окей, чуваки, берем бревна, кладем, выкладываем доски и получаем верстак. Воу, ребята, кажется, мы нашли камень. Можно будет скрафтить себе целую каменную кирку, а может и две. Ну что, давайте покрафтим. Ничего сложного. Две палочки и три камня. Ух ты, отличненько. Ну что, погнали в шахту? Первый алмаз. Ну что же, ребята, у нас есть алмазы. Теперь можем скрафтить алмазную кирку. Вау, но здесь все абсолютно точно так же. Две палочки, три алмаза и... Супер, еще и на меч хватило. Уголечек? Офигеть, ребята, это же самые настоящие изумруды, давайте скорее их добудем. Чуваки, наконец-то я нашел деревню! Смотрите, что у меня для вас есть. Изумрудики. Так, а ну проваливай отсюда со своими изумрудами, ты меня понял? Нет, я буду драться. Ну давай, попробуй! Иди сюда, ты же смелый такой, давай! На, получай! Ах, блинский блин! Да ладно, откуда вы все здесь взялись? Ё-моё, чёрт с вами! Ох, какой прекрасный и замечательный мир Майнкрафта. Так, где там мои коровки? Барашек, иди сюда, давай! И да, ребята, из говна и палок что я скрафтую обратно? Свилу. Вот ну что же, графика. Давайте протестируем его в действии. Курочки. Люблю курочку. А сейчас мы пойдем добывать круглое дерево. Да. Опа, свинюшка. А у меня для тебя есть подарочек. Иди сюда. Ну что же, давайте добавим немного огонька. Какого-то крипера, у меня глаза круглые. Оцелотик. Оцелотик. Иди сюда, оцело... Ты что, дурак, что ли? Ух ты, камень! Так, значит, берем бревна, кладем сюда, получаем доски, забираем сюда, и опа, верстачок, неплохо. Так, ну поскольку у меня есть две палки и камень, то время крафта!
Так, значит, берем палочки, кладем сюда и сюда, затем берем булыжник сюда, сюда и сюда, и получаем каменную кирку. Я вот только одного понять не могу. Если в Майнкрафте теперь такая супер-пупер-мега-обупительная графика, то почему же предметы тогда пиксельные? Неужели это мое первое золото? О, господи! Как же они прекрасны! Пока есть ресурсы, можно построить дом. Вот так, с***! Вот она, вот!